И здесь кончается Северный проспект на улице Туманяна. Он начинается с улицы Абовян. Да? Ты считаешь, что начало оттуда? Ты знаешь, начало почти всех улиц с площади. Снизу, да? С площади. Да, нумерация с площади Республики начинается. Ну, елку уже полностью разобрали. Да, вот мы отсюда начали сегодняшний репортаж. И продолжим в этом направлении. До проспекта Маштуца, да? Ну, здесь тоже пандок. Пандок это как? Таверна, да, наверное? А наверху старый Ереван. Наверху, да. Ресторан. И вот это здание, какая-то непонятная перемычка между двумя зданиями. Такое страшное, посмотри, цвет такой желтый непонятный. Вот внучка подсказала, что на самом верху еще и клуб есть, «Мона Лиза» называется. Когда мы спросили, что такое клуб, она пояснила, что это дискотека. В наше время это называлось дискотекой, а сейчас клубом. В наше время танцплощадкой называлось. Да, у нас были здесь танцплощадки. Одна была. Серьезно? Где она была? Я не знаю. Вот в парке 26 комиссаров. Вот не здание так залепили всякими мелкими телефонными услугами. А из центрального входа, я оттуда покажу, да? Стоматологический, ну да, центр. Стоматологическая поликлиника была, и стоматологический центр. Да. Его, по-моему, приватизировали. И вот такой вид. Мы оттуда пришли. Здесь подземный паркинг, стоянка подземная, под оперным двором. Хотя сейчас он называется Площадь Свободы, что? Вот за этой решеткой красивой, оперной, да, находилась это... красивая такая тенистая аллея. И были столики для пинг-понга. Это потом. А до этого была просто аллея. Аллея, да. Усыпанная красным песком, помнишь? Конечно, помню. А сейчас ничего уже от этой аллеи не осталось. Тут опять ряд кафе. Не ряд, а сплошные кафе до улицы Маштуца. Ну, нескончаемый ряд, так назовем. И здесь кончается улица Парпеци, кстати. Бывшая Торгапрелян. Вот она идет до улицы Пушкина, которую мы снимали в прошлое воскресенье. Она продолжается до улицы Амирян. А вот туда дальше уже, как она называется, это я не могу. Да, может быть, и дальше. Я в том направлении вроде не снимал или не помню, в общем. Странно, вот этот дом не снесли, посмотри. Да, здесь были такие дома. Вот в том направлении, естественно, их снесли. Ну, да, а вот здесь остался этот дом. Северного проспекта. А вот этот дом, он как был, так и остался. Но немножко подкрасили. Ты думаешь? Ну да, вот этот желтый цвет, его тогда не было. Он был бледно-розовый, этот дом. Весь обшарпанный, правда, он и сейчас. И туда дальше тоже эти дома остались. Здания. До угла. И вниз тоже сохранилось это здание. Вот это действительно отремонтировано, чувствуется. И угловое тоже чувствуется. А вот это давно подкрасили, я ее уже обшарпала. Давно, да, она уже обшарпалась, да. Красивая была эта часть вообще. Угу. И там тоже неплохо было.
Кстати, это здание внизу, что была типография, вот оно там было. Да. Его вроде перенесли на Меликадамян улицу. Какая это улица? Я даже не знаю эту улицу. Меликадамян, это бывшая какая? Не знаю, по-моему, всегда так называлась. Она, как тебе объяснить? Да, что-то между Алавердян и Вернисаж, да? Да, да, да. Вот да, эта улица? Да. Не Алавердян? Ну да. Бывшая Алавердян. No comment, no comment. Да. Без комментариев. Я уже говорил, впечатление, что поселились какие-то дикие племена. Ну, может, они из диких районов и выехали. Хотя, надо признать, что летом с той стороны неплохо, красиво смотрится. Полно людей. Музыка гремит. Сплошной праздник. Ну, в общем, на вкус и цвет. Ну вот на углу эта пристройка. В ней была какая-то необходимость. Все здание испорчено ею. А нижние этажи, что ты говорила, Анет? Жилые были квартиры. Да, да. Это да, это уже в прошлом напрочь. И зато все-таки вот скажу. Обрати внимание на этот балкон. Да, там он сос. Что-то рушится или обваливается, я не пойму. Написано сос. Наверное, обваливается. И здесь сдают в аренду. Но пристройки я не могу не показать. А у меня создается впечатление, что вот эту пристройку конкретно, и вообще много таких пристроек, как будто специально хотят показать. Понимаешь, кичатся своей этой пристройкой. Ну, по крайней мере, козырек мог бы быть. Голубой цвет, привлекающий внимание. Ну, наверное, на фоне подумал, голубого неба он не так будет. Этот киоск тоже не особенно скромно пристроился к зданию. Правда, мы тут выпили хороший, отличный гранатовый суп, но это их не оправдывает, конечно. Кстати, наверное, он поэтому и был такой дорогой, что они же взятку давали, чтобы... Надо эту взятку окупить, да? Но тут раньше и цветами тоже торговали, но не такая большая. Да, цветами так скромно. Ну, мы дошли до проспекта Маштоца. Ну, а вот здесь, напомню, какой гастроном. Да, здесь тоже был знаменитый гастроном. В общем, знаменитый город был. Гремел своей знаменитостью. Магазинами, кафе. Прощаемся. До свидания. До свидания. Всего вам хорошего, доброго, благополучной, радостной недели. До следующего воскресенья.